Войти в закрытую программу криптонита могут все пользователи SWIG, кто приобрел АИП в SWIG на сумму более 400 юнитов в период с 1.03.2019 по 31.01.2019 года. Если желающий войти в программу криптоюнита не является пользователем SWIG, потому что такие уже есть, я веду переговоры, вот сейчас я завожу огромное количество людей, которые просто настрадались и в компании, которая говорила, и в OneCoin'е, и в других пирамидальных, так, они не пирамидальные, вроде бы нормальные компании были, но когда крипта росла, они там вроде бы хорошо чувствовали, крипта начала падать, они не поняли, как работать на этом рынке, на падающем, и такие компании ушли с рынка, или ну, имеют, ну, скажем, потеря денег была инвесторов. Вот они хотят заходить, я уже сделал очень серьезно, я скажу сразу, дорогие друзья, чтобы вы понимали, знаете, есть такая пословица, на Бога надейся, а сам не плашай. Слышали такую пословицу? Я всегда еще говорю такую пословицу, на дистрибьютор надейся, а сам не плашай. То есть я всегда, когда занимаюсь каким-то делом или новым делом, я планирую, что у меня нету никого, я вот один. И все, что я сейчас вот вам говорю, у вас есть фора, можно так сказать. Привилегия в том, что вы уже однажды поддержали проект SWIG, и я хочу вам дать наилучшие возможности в течение 2 месяцев. Через 2 месяца я готовлю активную, массированную рекламную акцию по всему миру. И, ну, вот я просто вам приведу пример. Ну, я посмотрю за апрель месяц, к примеру, да. Ну, у нас там всего 1000 человек пришло. А вы сейчас увидите, какие у меня планы. Значит, я активно запускаю эту маркетинговую программу по всему миру, вы тогда ждите дивидендного дохода, там, выплаты по программе лояльности, ну, нормально. Ну, у меня планы большие, у меня лично, я на себя обязательства беру очень большие. И поэтому я не могу ждать, пока кто-то разродится. Я буду запускать в любом случае, будете вы активно работать или не будете, придете вы или не придете, свою рекламную кампанию по всему миру для того, чтобы это массированно провести так, тем более мы работаем в полном легале, в полном законном поле. Ну, чтобы вы понимали, только криптосообщество сегодня это 100 миллионов человек. Вот только криптосообщество. А сегодня 1 миллиард человек, занимающихся бизнесом на уровне маркетинга. Это сегодня где-то около 500 миллионов человек, люди, которые работают в инвестиционном направлении. Поэтому рынок, с которым я собираюсь работать, ну, вы понимаете, он примерно плюс-минус там миллиард, полтора-два миллиарда человек. И поэтому я не намерен ждать, пока кто-то разродится. Да, у каждого есть своя скорость, свой путь, но у меня обязательства достаточно высокие перед самим собой, перед теми задачами, которые я вижу и которые я должен выполнить. Потому что я прекрасно осознаю и понимаю, что если я этого не сделаю, никто этого не сделает. Поэтому в любом случае я это запускаю через 2 месяца, но у вас есть очень высокий потенциал к росту. И те люди, которые будут активно работать, значит, я буду передавать свои маркетинг, я делаю со свои деньги, буду передавать, значит, свои базы, которые будут переходить как бы и на меня. К примеру, хоп, пошла активная работа в Италии. Я знаю, кто у нас в Италии лидеры. Значит, я там буду запускать активную работу маркетинговую. Значит, все эти люди пойдут тогда под этих лидеров. Потому что они уже активно работают. Буду смотреть, допустим, в России активно идет работа, уже лидеры активно работают, да, потенциал очень большой. Вот говорят, знаете, как в России денег на Skyway собрать. А вы знаете, что недавно вот с 2 компаниями разговаривал, пирамидальными. Ну, чистые пирамиды, бляха-муха. Одна пирамида до сих пор, да, работает. А вторая, ну, спилась, скажем так, не выдержала спада криптовалюты, и все, нет этой компании. Я просто обалдел. За 3 года они собрали с российского рынка, только с России, 1,5 миллиарда долларов. В Беларуси, говорят, денег нет. Тоже эта компания собрала там чуть-чуть меньше 200 миллионов долларов. За 3,5 года. И когда мне говорят, что ну, нету денег, там еще, ну просто смешно становится. Значит, находят же люди деньги, значит, есть эти деньги. Поэтому мы создаем программу криптонита, чтобы сейчас больше людей дать возможность действительно получить наилучшие возможности, а второе, это чтобы быстрее начать строить Skyway по всему миру. Потому что я говорил раньше, так и сегодня мое мнение следующее. Крупные деньги в Skyway пойдут тогда, когда мы хотя бы там, ну не знаю, будет хотя бы 1000 километров дорог построено по всему миру в среднем. Где-то 100 километров, где-то 10, где-то, может быть, 200, где-то 5 километров. И когда инвестиционные товарищи, которые работают на инвестиционном рынке, увидят, ну, к примеру, мы начали работать по Москве, там, по России, к примеру, да,
И вывели компанию, вот мы запустили, то есть построили за 3 года, потом 3 года отработали, и вот через 3 года мы выходим на IPO. То есть в общей сложности с сегодняшней даты, к примеру, 6 лет, 6-7 лет. И вот когда они увидят доходы, вот кто-то увидит через год доходы и скажет, все, нужно входить. Кто-то через 2, а кто-то скажет, не, я подожду на IPO, вот посмотрим, что делается. И когда увидят, что мы, допустим, номинал акции был $1 в адресном проекте, а выходим на какую-то, по какому-то проекту с номиналом $15-20, а в среднем, вот Романенко говорил, да, IPO происходит, это $15-20, меньше не бывает. И вот тогда люди скажут, о, все, надо готовить деньги. Вот тогда пойдет просто сумасшедший вал денег в адресный проект. У меня нет 7 лет. Если у кого-то есть 7 лет, у меня нет 7 лет ждать. Я хочу сегодня уже создать такие маркетинговые стратегии, чтобы получить такое количество денег, чтобы уже строить. И естественно, как человек дальновидный, я понимаю, какие перспективы сулят и какие потом на выходе будут бонусы и дивиденды, скажем так. Дальше, дорогие друзья, вход в закрытый клуб криптовита возможен только через бэк-офис СВИК. Вот чтобы вы понимали, почему мы это делаем. Хочешь, заходи в СВИК, заплати $400, а потом пронзи, там у тебя есть возможность. Третье. Возможность войти в программу криптовалюта за бонусные средства, полученные в бэк-офисе СВИК. То есть вы свои бонусы, которые... Вот смотрите, какая у вас сейчас появляется уникальная возможность. То есть, когда человек увидит, что мы сейчас предлагаем, когда вот сейчас сайт будет готов, white paper, где будут какие компании мы договор заключили, которые будут нас выводить и так далее. То есть, ну, это именитые компании, чтобы вы понимали. Вот мы одно из направлений, которое будем создавать, там, тестирование, у одной известной компании будем это делать. Сейчас мы договор будем заключить, сейчас я хочу заключить, чтобы потом вдруг они не отказались, да, и дать какую-то предоплату. То есть там, а это известнейшая компания мировая, которая делает именно тестирование, связанное вот с этим направлением, с криптонаправлением, понимаете? И вот потом вот одно из направлений – это система быстрых переводов мы хотим создать. Сейчас вы увидите, в каком направлении. И тоже мы хотим заключить контракт с одной компанией сейчас, дать там какую-то небольшую предоплату нужна, но они будут разрабатывать для нас программу и софт, чтобы этот софт был в мобильнике еще, да, не только там в банковском секторе, а еще в мобильнике, чтобы система быстрых переводов была, да. Так вот, к чему я это все подвожу, что вы получите, вы смотрите, вот вы уже можете вести подобные презентации, сейчас мы готовим презентационный такой пакет, и показывать людям, смотри, хочешь, да, надо зайти в СВИК. 10 человек по $400, это $4000, 8%, $320 вы заработали, ребят. Все. Ну, 5 человек, значит, не 10, а ну, там еще у них же сеть будет. Сейчас же можно дергать вот этих людей, которые по пирамидосам походили, а их огромное количество было, да? Вот, пожалуйста, заработал эти 400 юнитов бонусом и проинвестировал в Свиги, и у тебя открыт доступ в кабинет криптоюнита. Они захотели туда зайти, ты там бонусы получил как деньгами на первом этапе, так и 100% по маркетинг-плану токенами криптоюнита. Понятно, да? Поэтому за офис, за бонус 5-й участник, который приобрел АИП на сумму 400 юнитов в период с 1.03 по 31.03, автоматически имеет право получать бонусы от своих партнеров и инвесторов за участие в программе криптоюнита. Как юнитами, так и токенами. Ну, к примеру, есть люди, которые сказали, а нафиг надо, Ховратов опять херню придумал. Есть такие кадры, да? А он вдруг купил на 400 юнитов и больше. Ну, кто-то с сети зашел и купил код токена. Вот нравится ему, не нравится, как говорится, да, но он зашел в кабинет, а у него токены криптоюнита есть. Ну вот не нравится, ну мы ему делаем все равно вот такой подарок. Ну даже если я тебе не нравлюсь, грубо говоря, да. А когда он начнет получать дивидендный доход и доход по программе лояльности, выплат по программе лояльности, то я думаю, ему очень понравится. Далее. За полученные бонусы в кабинете криптоюнита участник может приобрести токены криптоюнитов. За полученные бонусы в кабинете криптоюнита участник может приобретать криптоюнита. Понятненько, да? Если он хочет еще больше получить. 7. Количество токенов криптоюнита отражается в реестре шерхолдеров и выписывается сертификат на владение количества токенов, отраженных в кабинете криптоюнитов. То есть у вас будет есть возможность получить сертификат держателя, да, и реестр мы ведем. Почему мы ведем? Потому что мы потом будем согласовывать это с смарт-контрактом
и передавать это в смарт-контракты, чтобы было свободное обращение криптоюнита на любой из бирж. Восьмое. Все токены криптоюнита участвуют в программе, может продать на любой из криптобирж или в кабинете банкинга Unit Global Pay. То есть к 1 октября мы готовим свой онлайн-банкинг Unit Global Pay и после СТО в свободном обращении криптоюнита. То есть одна из главных задач, чтобы люди у нас, почему мы и, ну, кто был вот, знаете, после Эвенти, которое было у нас вот в 2018 году, я помню, я вам говорил, что одна из главных задач это валютное направление рассматривать, это криптобиржи и это банкинг, которое направление. Вот мы к этому идем, вот в этом направлении все движемся.